не справился с управлением на утренней дороге. ДТП произошло в 7:30 утра. 46-летний мужчина ехал из Москвы в Касимов и врезался в школьный автобус. К счастью, пазик был без пассажиров, в отличие от легковушки. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 50-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Водитель автобуса обращался в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Летальным исходом закончился пожар на Михайловском шоссе. Запах гари первой почувствовала соседка сверху. Она и вызвала сотрудников МЧС. Однако к моменту прибытия хозяин квартиры и его сосед были уже мертвы. По предварительной версии, они отравились угарным газом. Они просто оказались собутыльниками. То есть они никаким образом не пересекались раньше, но когда Геннадий ушел на пенсию, вот как-то стал злоупотреблять. Завел, от него ушли его родственники. Что стало причиной пожара, пока сказать сложно, идет экспертиза. Соседи утверждают, что пенсионер Геннадий, которому принадлежала квартира, не курил, в отличие от его гостя Александра. При этом запах гари чувствовали и за несколько дней до трагедии. Тогда дыма видно не было, поэтому значения инциденту не придали. К счастью, соседи не пострадали, чего не скажешь об их имуществе. На третьем этаже практически всю квартиру залило. И частично на втором. Но уже на первый, там только через стояк в туалете вода прошла. В квартире пострадавших обнаружили еще одно живое существо. Собаку Геннадия спасатели нашли в бессознательном состоянии. Ее удалось спасти. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».